паблике Fast Food Beat эксклюзивные права на все биты по 500. Загружайся на площадке легко и просто. А если ищешь видеомонтаж, пиши в ЛС. Все ссылки под видео. Один из самых частых вопросов. Микро BM800. Норм? Сейчас я поведаю тебе историю, сынок, о легендарном майке Салика, который стоил дешевле, чем чехол на телефон, описал как ламповый майк на медном джеке. Мы не знаем, что это такое. То ли блогер, то ли музыкант решил обновить себе микро. Старый микрофон подустал, да и качество звука не очень. Шипит, трещит, короче, надо улучшать. Новые микрофоны стоят дорого, а денег мало. Ну, думает блогер-музыкант, надо зайти на Алиэкспресс и поискать бюджетный вариант. Ищет, листает, и вдруг лот. USB-микрофон, BM800, цена 800, поп-фильтр-комплект, гарантии сотни лет для песен, гитары для Пети Тамары, скидосик вдобавок и стойка в подарок. Ну, думает блогер, надо брать. И заказал. Долго ли, мало ли, приходит посылка, и вот неожиданность. Нарадоваться блогер-музыкант не может. Микрофон пишет качественно, стоит дешево. Да настолько новость неожиданна, что мало будет друзьям рассказать, со всеми надо делиться новостью. Рассказал, значит, блогер-музыкант на YouTube-канале, показал, распаковал, протестировал. Людям понравилось, люди стали тоже покупать и радостью делиться. Продажи у лота на Алике выросли, хитрые продавцы поняли, что название само товар продает, и появилось вмиг тысячи BM800-ах. Заполонили они рынок весь, и потерялся тот волшебный майк среди подделок заморских. Новые блогеры да музыканты опровержения снимать стали. Плохо пишет BM800. Шипит и трещит. Получается, что большинство людей пользуются этим микрофоном, который на самом деле и не является BM800, а является лишь копией. Мораль басни такова, сынок, забудь про BM800. А вот какой качественный USB майк может заменить его, об этом сейчас мы поговорим. Мы на Алиэкспресс, и сейчас я покажу вам 5 кандидатов на замену BM800. Начну с первых двух самых дорогих моделях микрофона. Значит, первый микрофон — это FiFine. Тот микро, который советуют на YouTube блогеры. У него большие достаточно продажи у этого микрофона. Ссылочка проверенная. Отзывов смотрим 9000 у этой ссылочки. По качеству звука, конечно, с ним нужно баловаться, постоянно регулировать. Раз, два, три, четыре, пять. Микрофон, FiFine. Это модель, которую советую я. Это микрофон Samson Meteor. Ну, что говорить, ребята, я сам пользуюсь этим майком. Вот он, Samson Meteor, мой микрошка. Они используют видео с логотипом Samson. Скорее всего, это оригиналы. И смотрим, у нас просто высочайший. Заказов не так много, майк все-таки стоит прилично. Кстати, у меня друзья брали с Алиэкспресс. Я покупал в магазине, мои друзья покупали с Алиэкспресс. И в сравнении мы не заметили никаких отличий. Значит, смотрим, у нас 5 звезд, 90%. От высокие показатели, вот пишут то, что доходят людям, доходят майки. Подключаются ко всему, к чему только можно. Есть выход на наушники, можно слышать себя в режиме онлайн. Офигенный майк. Samson Meteor Mic, микрофон, который вы могли видеть, ну, фактически в каждом моем видеоролике. Можете кидать меня камнями, но я считаю, что за свои деньги это лучший микрофон. Есть еще вот такой майк, опять-таки же, это подбор по заказам, подбор по характеристикам. Высокий рейтинг у микрофона.
Есть отзывы, отзывов достаточно много. Вот он приходит ребятам, майк для видео подходит, для озвучки, для записи треков. Ну, любой микрофон, в принципе, USB конденсаторный подходит для записи, если он не шипит, не фонит. Значит, есть вот такая вот бюджетная модель у нас. Бюджетная модель, это сейчас вот еще скидочка. Не знаю, будет ли скидочка или кончается. Но вот один классный майк, который можно действительно рассмотреть. Newbie, новая пчела. Надеюсь, он не шипит, как пчела. По записи такая. Микрофон держать на расстоянии 15-20 сантиметров, сейчас где-то 20 сантиметров от лица. И последний микрофон, самый бюджетный, что можно было найти из более-менее приемлемых и качественных. Это микрофон Lifon. Это реально самый бюджетный вариант. И вот этот майк вполне может заменить прям целиком весь вот этот вот образ BM800. The audio still sounds good. That's a plus. Now let me put the pop filter back in front of it. This is crazy, I know. Пытался найти какую-то информацию на YouTube, но ничего нет. Есть информация по старой модели. Вот она за 1000 вообще рублей. Тоже неплохо пишет. Вот, за 1000 рублей, который... Этот майк тоже неплохо пишет, но он, посмотрите, он не USB-шный. К нему придется еще докупать... внешнюю звуковую карту, и в принципе по цене он выйдет как этот майк, и здесь она встроена. А если эта тема вам будет интересна, то обязательно продолжим. Веду блог в инсте по созданию музла дома. Подпишись на мой новый инстаграм, напиши мне привет, Вуди, и попади в следующее видео. Всем, ребята, спасибо за просмотр, все ссылки будут в описании под этим видео. Впереди еще больше нового интересного. Пока!